Утвержден план предсезонной подготовки хоккейного клуба «Лада». Напомню, новый сезон команда начнет в составе континентальной хоккейной лиги. Детали глава региона обсудил с министром спорта Дмитрием Шляхтиным и новым директором клуба Владимиром Вдовиным. Формирование команды закончится в июне. Уже известно, что в ее состав войдут 5 легионеров. 2 центральных нападающих, 2 защитника и вратарь. В начале июля команда отправится на сбор, а затем 1 августа планируют выехать на олимпийскую базу в Турин, где продолжат подготовку к сезону и сыграют несколько товарищеских матчей. Николай Меркушкин также встретился с женской гандбольной командой «Лада» и поздравил их с победой в Еврокубке. Девушки, обыграв в финале датчанок, привезли в Тольятти заслуженную награду. Это уже 3-я победа нашей команды в Еврокубке. Спасибо. Спасибо. Хочу я от губернатора поздравить вас с победой. Спасибо за игру. Это и престиж города Тольятти, АвтоВАЗа, Самарской области и страны тоже.